Общественная палата России подписала соглашение с некоммерческими организациями о наблюдении на голосовании по Конституции. Подготовка наблюдателей может начаться уже в ближайшее время. Требования к ним самые простые – наличие гражданства Российской Федерации, возраст от 18 лет, дееспособность и наличие активного избирательного права. Также заявление на участие в наблюдении принимают региональные общественные палаты субъектов страны. В нашем крае планируют подготовить не менее 4500 наблюдателей. 30 числа будет заключено соглашение с некоммерческими организациями и иными общественными объединениями, в том числе и с политическими партиями. И в соответствии с данным порядком, порядок назначения будет следующим. Списки кандидатур в наблюдатели могут представлять некоммерческие организации, общественные объединения и политические партии. И наблюдателем может стать гражданин Российской Федерации, как проживающий в субъекте региона, то есть в Красноярском крае, так и не проживающий.